Всем привет, друзья! С вами Олеся. И в этом видео будет у меня такой влог «Сборная солянка». Во-первых, у меня есть новости про мои итальянские права. Я уже рассказывала, что они потерялись. Я оставлю ссылку на видео. Короче, в чем фишка? Я их меняю, потому что у меня теперь... После получения гражданства изменились все документы, добавилось отчество, поменялось там налоговый код. Короче, в общем, все надо менять. Вот, я меняла, и это затянулось. Но, наконец-то, пришло письмо. Короче, расскажу об этом попозже. И еще в этом влоге поедем в один магазин. Пальтрон и софа. Мне очень надо... Диван выбираю новый, потому что этот я уже ненавижу. Старенький. И еще буду пробовать новую маску. Маска с пептидами. Мне ее прислали компания Organic Box. Давайте с вами попробуем. Омолодимся. Ну что, поехали. Сейчас я отправляюсь в гости к Кате. Катя косметолог. Она живет в Апулии, здесь недалеко от города Бари. И хочу консультацию для Женечки. И хочу также попробовать маску. Мне прислали Organic Box. Маску с пептидами, супер лифтинг маска, Пеп Плюс, ни разу не пробовала маску с пептидами. Боюсь напортачить что-нибудь в первый раз, поэтому еду к профессионалу. Очень люблю это дело, я с таким удовольствием. Конечно, я сама люблю. Косметолог, парикмахер. Но пептиды, конечно, это хорошо. Ну, у тебя та же песня, у тебя тоже вот идет немножко небольшое шелушение. Здесь, получается, идет сам вот это вот средство. И идет ампула. Это все вместе смешивается. Тут получается на один раз, да, вот один флакончик. Ой, смотри, загустело, получилось желе, да? Так, стянула. То я не могу открыть рот. И брови, смотри, как подскочили, Катя. Тын. Это какая-то вот, ну, знаешь, банкетная, видно, процедура еще. В плане перед каким-то выходом куда-то пойти сделать. Очень даже. Как будто у меня поток с уколом плов. Смотри, как брови. Тын. Вот такое лицо сразу у тебя будет. Мое главное, что было. Аж полегчало. Конечно, такой лифт. Там так все стянуло, что ого-го. Сколько мы держали? 20 минут. Но есть покраснение немножко. Ну, такой хороший цвет. Но мне предупредили, что может быть покраснение немножко, чтобы я не пугалась. Первую процедуру мы сделали, покраснела я, но меня предупредили, что она может давать красноту, видите, такая краснота, вот, посмотрим, как оно будет сходить. Так, девчонки, прошло уже больше, чем полтора часа после процедуры, я уже давно приехала домой, мы поужинали, значит, что хочу сказать, сразу после маски, где-то, наверное, минут 40 лицо было красное, но сразу прям сильно красное, и потом постепенно краснота сходила. То, что у меня тут сейчас есть красные пятнышки, это не от маски, это у меня было еще до. У меня здесь есть вокруг носа дерматит и розацея, по-моему, Катя сказала. Вот, и сразу еще был очень сильный блеск. Вот на лбу здесь и вот тут вот на щеках везде. Сейчас этот блеск уже ушел. Я вижу сейчас кожу гладенькую. Кожа, конечно, гораздо нежнее и более гладкая. Она какая-то стала не такая сухая, как была до маски, до процедуры. Конечно, кожа выглядит моложе.
кожа выглядит более напитанной, как будто я прошла курс гиалуроночки, как будто я прошла курс мезотерапии. Вот. Мне очень нравится эффект. Повторять, конечно же, буду. Вот. У меня в наборе 4, на 4 курса, на 4 ампулы, я все это сделаю. Вот. Буду наблюдать дальше, как оно будет проходить. Классная маска. В целом кожа выглядит более увлажненной, напитанной, наполненной какой-то изнутри. Девчонки, сижу просто и любуюсь. Надо почаще к косметологу выбираться, давно этого не делала. Так, инстаграм Кати, косметолога в баре, я оставлю здесь в описании. И там же в описании оставлю ссылки на маски. Там есть у них наборы по 4 маски и по 8 масок, то есть на 4 процедуры и на 8. Оставляю ссылочку в описании. Вот, проходите, знакомьтесь с Organic Box, с их продуктами. Вот. А я уже спадки пойду. Вся такая свеженькая, красивенькая, молоденькая. В люлечку пойду. Так, я привожу в порядок Розалийку. Она сегодня сказала, что будет Эльзой, поэтому приходится с этим считаться. Видите, надели ей Эльзу. Вот она, наша Эльза. И сейчас ей надо сделать прическу. Она говорит, давай цепляй вот это. Но сначала надо как-то причесать, наверное, волосики, да, Розалия? Угу. Так что сейчас мы сделаем Эльзу настоящую. Я рассказывала, наверное, на канале, что я безумно недовольна диваном, который мы выбрали. Он оказался низкого качества. В общем, прошло уже несколько лет, как мы его купили. Я присматриваю новенький. Мы зашли сейчас под Poltrone Sofa, смотрим. Проблема в том, что нам надо, чтобы раскладывалось там спальное место для гостей. Вот в таком вот раскладывается диванчик. Можно сделать кроватку. Я уже попробовала. Мне нравится внешне Poltrone Sofa. Сейчас попробовала посидеть нормально. Потому что тот, который мы купили, там даже сесть нормально нельзя. Тут узкое там вот сиденье. Здесь как-то пошире. Вот у меня оказалась большая проблема. То, что диван без чехла, и там, в общем, его почистить сложно, только надо заказывать фирму. Сам вымыть его невозможно самому, только хуже делаешь. Поэтому сейчас, когда будем брать диван, сразу чехол закажу. Я сама, конечно, сделала кое-что, то, что я пошила, так, временное решение. Вот у них система как раскладывается, видите, нормально. Прямо как кровать настоящая. Наверное, и с матрасом сразу, видите, он складывается с матрасом, раскладывается. Хорошая система. Ну уж получше, чем тот диван, который мы купили. Видите, как показано, как раскладывается. Хороший, мне нравится. Я попробовала посидеть на нескольких. Сидится удобно. Удобнее, чем на моем диване дома. Вот тканевые как раскладываются. Ну, обыкновенно вот эти. И все равно сделано качественнее, чем мой диван. У меня там
мне не нравится, как у меня. Интересно, у них с подушек снимается постирать вот это покрытие или нет? Столик, кстати, хороший. Такой столик раскладной 449. Смотрите, как хорошо для зала. В качестве такого стола для кофейный, журнальный. И все можно сложить в него. Класс. Смотрите, какой классный диван. Его и раскладывать не надо. Уже сразу как кровать. Огромный просто. Такие огромные места для сидения. Супер. И там еще подушки двигаются. Такая интересная система. Смотрите, видите, можно пододвинуть подушку ближе, дальше. Класс. Вот этот получше, чем тот, который у меня. А тут все получше, если честно. Я так жалею, что мы тогда тот диван купили. Ну вот такой сейчас на скидках, этот огромный, 1719. Класс вообще. Ну это Unico Pezzo, значит, единственная модель. Такой еще пуфик к нему. Пуфик 190. Я хочу этот. Класс. Как раз станет мне в зал. Смотрите, какая прелесть. Мне больше всего понравился тот, на котором подушки сдвигаются. И вот, не знаю, вот такие типа кожаные. Их, может, легче чистить будет. Не знаю. Короче, хожу, выбираю. Ребят, что вы думаете? Посоветуйте, как выбирать правильно диван. Я уже на своем опыте знаю ошибки, которые я допустила. Но, может, еще на что-то надо внимание обратить. Мне вот такие большие нравятся, вот, где много места. Идем на вас к трамплину! Давай! Давай! Давай, Анкора! Квази Фанта! Давай, Розалия, форция! Оху! Гол Айфата! Браво! Давай еще! Мороженое для Розалии, смотрите. Синее, голубое и желтое. Кошмар какой-то. Ну как? Какого оно вкуса? Вкусно очень. Какой вкус? На что похоже? Юникорна. Юникорна. Я не знаю, я думаю, может там мята какая и дыня, да? Это у нас значит густо юникорна. Попробуй. Нет, я такое не хочу, спасибо. Нет. Вкусно. Я тебе верю, конечно, но пробовать не хочу. Ну да, вместе, да, да? Да. Сделала себе новую прическу? Да. Красотка. Так, касательно прав. Пришло письмо. Я рассказывала, что в середине декабря я отдала свои права на замену. Но начали мы эту процедуру еще раньше, еще где-то в ноябре месяце.
И вот не прошло и полгода, а всего лишь 2,5 месяца, как мне на дом прислали мои новые права. Они прислали их письмом, я за это заплатила около 7 евро за это письмо с доставкой. Но теперь у меня снова есть права. Эту бумажку, с которой я ездила, там такой белый лист формата А4, с какой-то там что-то заполненная информация, я ее даже толком не читала. Но, в общем, он мне больше не нужен, я его выбрасываю. Теперь у меня нормальные права итальянские международного образца, в которых написано Олеся Николаевна, ну, вернее, с белорусской мовы это Олеся Николаевна. В общем, все, теперь у меня этот вопрос закрыт, все ок норм. Учитывая, что это Италия, ребят, эта процедура могла занять не 2,5 месяца, а гораздо больше. Но вот, слава богу, у меня все закончено. И на данный момент все мои документы уже мы поменяли. Все документы теперь на новое имя, новое старое имя Шевцова Олеся Николаевна. Короче, все утрясли, везде теперь с отчеством, все как положено. И прививки мои перенесли, и, ну, в общем, все теперь уже мы систематизировали. Если слышите шум, то это шумит кондишн. Ребят, вот мне прислали такую маску. Я уже один раз ее пробовала. Значит, у меня очень, ну, такое красноватое лицо. Я даже не заметила, когда. Но меня одолела розацея и купероз. Я даже не знала, что это у меня есть. Это когда была у Кати, у косметолога, она меня просветила. Вот, поэтому я уже эту маску пробовала, мне эффект понравился, но вот немножко краснело у меня после маски, поэтому я выждала 2 недели. Сейчас буду снова ее пробовать. Ну что, девчонки, я думаю, что этот раз я попробую справиться сама. Буду делать снова эту маску с пептидами. Так, в прошлый раз мне ее делала Катя, потому что я первый раз ее увидела, не знала, как это делать. Думаю, вдруг я что-то неправильно сделаю. Омолаживающая маска, такая серьезная коробочка пришла. Я побоялась, думаю, вдруг я не справлюсь. Я поэтому поехала с просьбой Кати, говорю: Катя, посмотри, помоги. Вот, все оказалось достаточно просто. Здесь нужно просто смешать ингредиенты, вот. Вот и вот, мы просто это все смешиваем, и все, и можно маску наносить на лицо. Ну что, девчонки, я маску нанесла. Я помню, что в прошлый раз она как-то очень быстро стала стягивать мне лицо. Я сейчас отправляюсь, ложусь на диванчик, укрываюсь пледиком, буду отдыхать, засекаю 20 минут. Девчонки, не могу молчать, должна с вами этим поделиться. Прошло почти 5 минут с того, как я нанесла маску, и оно моментально, буквально через 2 минуты уже начинает подсыхать, и в тех местах, где подсыхает, я чувствую, как оно стягивает. Вот, масочка сразу же начинает стягивать кожу, подтягивать. Ну что, девчонки, прошло всего лишь каких-то 20 минут, я к вам вернулась. Видите, как у меня все стянуто-натянуто, я даже говорить не могу. У меня как-то так зафиксирован лоб, все тут вот стянуло. Видите, как она все стягивает. В общем, пойду-ка я умываться, и потом посмотрим, какой будет эффект на моей коже. Говорить невозможно. Говорить невозможно, смеяться вообще невозможно. И рот не закрывается. Настолько все стянуло. Не, ну закрывается, конечно, если постараться. В общем, такая прикольная маска. Сейчас посмотрим, какой эффект она дала на этот раз моей коже. Девчонки, я умылась. И знаете, что я хочу сказать? Что на этот раз мне эффект от маски понравился гораздо больше, чем в первый раз. Я уже говорила, что когда я сделала эту маску первый раз, то на лице у меня было покраснение, которое потом где-то в течение часа прошло. В этот раз у меня и близко нет такого покраснения. Да, немножечко есть, но это невозможно даже сравнить с тем, что было в первый раз, после первой процедуры. Когда вот в тот раз я была у Кати, она мне сделала такое замечание, что у меня очень сухая кожа. Или я пью мало воды, и, ну, в общем... Она сделала мне замечание, что очень сухая кожа, сказала добавить воды, добавить увлажняющие кремы, потому что
коже чего-то не хватает. Последние месяцы у меня как-то я то забегаюсь, то забуду, то, не знаю, еще 100 причин у меня каких-то. И я в те дни, когда не наношу макияж, я не наносила крем свой обычный, ежедневный, или питательный, или увлажняющий. То есть я пропускала. То есть если я уже не крашусь, то я уже ничем и не мажусь. Как-то вот так я вот делала. После визита к Кате я решила больше внимания уделить своей коже. Стала, во-первых, пить достаточно воды. Ну, как достаточно? Может, и не очень достаточно. У меня есть приложение, которое контролирует количество выпитой воды. Приложение говорило, что можно бы еще столько же выпить, да? Но в любом случае я пила больше, чем до этого. Ежедневно я выпивала где-то от 1,5 литра до почти 2 литра воды. И я вернула в свою ежедневную рутину. Утром, когда я умываюсь, я обязательно наношу уходовое средство. То есть я наношу или сыворотку, или увлажняющий, или питательный крем. После того, как я впервые попробовала маску, я выждала 2 недели. Сейчас я и сама вижу, что кожа моя стала выглядеть более увлажненной. И вот решила повторить сегодня эту масочку. Есть немножко покраснение, но это не в связи с маской, это то, что у меня есть и без маски, в общем-то. То, что меня уже сопровождает, наверное, не первый год. После маски что я вижу? Я вижу, что кожа выглядит лучше. Я вижу, что кожа выглядит еще более напитанной и увлажненной. Маска очень интересная. Она снимается немножечко. Когда снимаешь маску, она немножко собирается в катышки. Когда будете делать маску сами, обязательно помните технику безопасности, что не надо наносить маску на область вокруг глаз и на область рта. Маска P+ мне очень-очень понравилась. Я думаю, видите, да, что немножечко такая вот более сглаженный тон кожи после нее. И надо же такое более блестящее. Маска выравнивает рельеф кожи. И кожа выглядит более молодой и более напитанной. В описании этого видео я оставлю ссылку на эту маску. Маска P+. У Organic Box есть наборы 4 маски. Есть наборы 8 масок. Делается она элементарно. Я попробовала сделать у косметолога, у Кати. Я попробовала сделать ее самостоятельно. Делается вообще очень быстро, элементарно. Эффект налицо с первой процедуры. Поэтому проходите по ссылке, заказывайте маску, омолаживайтесь вместе со мной. Кстати, как вам мои уши? Заказала себе на Алиэкспрессе несколько ушек, там розовенькие, беленькие, разные. Заказала, чтобы умываться, чтобы краситься, маски делать. Девчонки мои от них в полном восторге. Ссылку на Катю я оставлю обязательно в описании, на ее инстаграм. Катя живет в баре, косметолог, поэтому кому надо, обращайтесь. Девчонки, я уже думала влог закончить. Я просто зашла в ванную причесаться и обратила внимание, как выглядит кожа. Она посветлела, выровнялся тон. На ощупь кожа просто фантастика. Мягенькая, шелковистая, гладкая. Супер! Супер, ребята! Я в полном восторге, просто супер. Помолодела на 5 лет. Класс! Маска, ребята, маска суперская. Смотрите, у нас тут зайка какая красивая пришла. Зайка тоже любит. Любит такие ушки. Ох ты, мой зайненька. Вот, что еще у меня из новенького? Я худею, я уже потеряла 4 килограмма. Вот, я об этом рассказываю у себя на 2-м канале. Он так и называется «Олеся Шевцова. Похудение». Вот, оставляю всегда в сообществе ссылки, когда выходит новое видео. Поэтому проходите, смотрите, кому интересно. Процесс идет очень медленно, но главное, что идет. Я сейчас даже... как взвешиваюсь, ну, кажется, это уже нормально, я уже привычно видеть меньше 97 килограмм, но когда я монтирую эти видеоотчеты, я вижу, что совсем недавно, друзья мои, я весила около 100, там, 99, 100, да, так вот приятно видеть, как приятно видеть это уменьшение, так приятно. Короче, вот такие дела, так что, кому интересно, про похудение я все рассказываю на другом канале, решила немножко эти темы разделить, и вообще решила немножко переформатировать каналы. Все-таки этот пускай будет больше про Италию, итальянский язык, Италия и ее традиции. Сейчас, кстати, у меня в монтаже видео итальянский с носителем, надеюсь, что вам понравится. Вот, в общем, такие более женские темы постепенно, я думаю, перекочуют на вот этот второй канал «Олеся Шевцова. Похудение», там, где я рассказываю, как я худею, рассказываю, как я справилась с депрессией, кстати, я с ней не справилась, можете меня поздравить, вот, и домашнее хозяйство, красота, уход, вот это вот все я хочу туда перенести на второй канал, ну и рецепты, конечно же. Вот, поэтому посмотрю, может даже придется какие-то видео здесь удалить и перенести их туда, на второй канал.
Вот, такие вот у меня планы. Ну что, девчонки, я на этом влог буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Делитесь в социальных сетях. Это очень-очень помогает развитию моего канала. Увидимся с вами в следующем видео. Чао-чао, тути. Всем пока-пока.